Югорские полицейские задержали серийного мошенника из Уссурийска. Об этом сегодня рассказали сотрудники уголовного розыска Сургута. Злоумышленник оформлял микрозаймы в интернете на паспортные данные югорчан. Для этого использовал купленные копии документов. Всего полицейские установили почти 100 неправомерных кредитов на сумму от 5 до 20 тысяч рублей. Потерпевшей стороной в этом деле стали микрокредитные организации. Они потеряли 1,5 миллиона рублей. Выяснилось, что работал мошенник в команде. Его соратники оформляли банковские карты в Саратовской области, регистрировали фиктивные электронные адреса. Установив личность организатора преступной схемы, полицейские Сургута отправились в Уссурийск и задержали его. Сейчас идет разработка остальных участников банды. От их имени якобы заявитель, значит, приходил, неважно, там в банк, не будем называть какой, и, значит, якобы открывал карту держателя, дебетовую карту держателя. Помимо этого, значит, того, что открывали карты, они еще создавали электронные почты на человека, тоже как будто человек к ним, значит, обращался к интернет-ресурсам. И помимо этого, также, значит, он искал людей, которые бы оформляли также на, скажем так, граждан от их имени абонентские номера сотовых телефонов. То есть объем работы проводился очень колоссальный. Тем временем сообщения о мошенниках появляются с завидной регулярностью. Только за прошедшие сутки в полицию обратились 11 югорчан. В сумме они потеряли почти 400 тысяч рублей. Чаще всего профессиональные обманщики выясняют данные пластиковых карт, представляют сотрудниками банка. Также выманить деньги у своих жертв получается во время покупки или продажи вещей через сайты с объявлениями. Так, например, лангепасец, попытавшись купить лодочный мотор через интернет, лишился 125 тысяч рублей.